Корабельному районі Миколаєва художник Дмитро Слепуха в якості подяки господарці за наданий гараж для зберігання фарб і пензлів намалював на ньому гумовими та акриловими фарбами мурал 2 метри завишки і приблизно 2,5 метри завширшки. Зробив це після того, як разом з художницею Альоною Мартиновою завершив роботу «Дерево життя». Ну, так як Дима пользувався услугами моєго гаража, він мені предложив как бы благодарность покрасить гараж. Я говорю, крась. И вот он изобразил. Ну, загрунтовать, то есть это один этап. А сам рисунок именно нанесения, ну за полдня я, в принципе, делал. Это рисунок отца моего, у него очень много идей. Ну, тут видны лица, и они в какой-то степени даже позволяют прохожим, которые здесь достаточно много, увидеть какие-то свои настроения.